реформе высшего образования приступает не в первый раз. Еще 5 лет назад при министре образования Роберте Килисе заговорили об оптимизации числа вузов. Тогда главным противником министра стал глава Совета по высшему образованию Янис Ветра. Конфликт оказался громким, а реформа так и не состоялась. Сегодня Килиса в политике уже нет, а Ветра на том же месте. Что они сейчас думают о грядущих изменениях? То, что у нас столько много вузов, это ответственность двух министров. Это ответственность министров Шазовского и других. Да? Они были министры в то время, 2004-2006-2007 год, когда весь этот расцвет разных вузов и разных программ произошел. Сейчас получается так, что вот те же самые люди из тех же самых политических объединений должны делать все, чтобы этот расцвет разных вузов, несколько десятков, как бы подогнать под контроль. У нас в общей сложности 17 государственных вузов, 17 частных вузов, 2 филиала зарубежных вузов. И, конечно, в этой ситуации 17 вузов – это как будто много, но и не так много. Это большая фактически ценность латвийского высшего образования, которая дает возможность нашим жителям, нашим выпускникам средних школ выбрать наиболее подходящие программы обучения.